Всем привет, друзья, на связи снова Дровивка. Сегодня у нас будет ролик посвящен скриншотам из бета-версии игры Call of Duty Mobile. Мы сейчас с вами просмотрим скриншоты, которые, возможно, появятся в третьем сезоне. Поэтому ролик выйдет довольно-таки большой, потому что будем обсуждать. Вы потом просто в комментариях напишите свои... В комментарии напишите свое мнение по этому ролику, по этим скриншотам. Естественно, еще пока неизвестно, точно ли они выйдут, но тут 50 на 50. Перед тем, как начать просмотр, возьмите чаечек, возьмите какую-нибудь вкусняшку, потому что ролик будет длинный. Так, ну а мы начинаем. Приятного вам просмотра. На первом скриншоте мы видим с вами пистолет в новом обличии. В обличии маска. Довольно красиво выглядит. Полностью весь он в камуфляже. Довольно-таки интересная окраска, которую хотелось бы, конечно, получить. Посмотрим, насколько она будет стоить и вообще, как ее можно, если ее получить за ранг или... Но если покупать, но если совсем дорого, то, наверное, не буду. Ну, хотя, конечно, хотелось бы. Какая она розовая такая, розовая, желтая. Короче, вся разноцветная, очень красивая. Переходим к следующему скриншоту. Следующий скриншот — это у нас лопата. Очень необычно для игры Call of Duty. Лопатой убивать кого-то. Ну, это будет, по крайней мере, интересно. Опять же, все на английском, поэтому, кто знает, пишите в комментариях, правильно или неправильно. Вроде бы, как мне кажется, это лопата. Переходим к следующему. На следующем у нас скин, который можно будет, видимо, получить. Я так пока еще неизвестно, ну, как мы с вами обсуждаем сейчас, я не знаю точно, но, как мне кажется, возможно, он будет получаться... при покупке пропуска. Это возможно, но возможно и нет. Все у нас в нашей жизни возможно. Переходим к следующему. Похож чем-то на хищника. Чем-то. Здесь у нас скин девушки. Battery Valentin. Ну, как понятно по названию, это, видимо, скин выйдет во время 14 февраля. То есть, когда будут отмечать День Святого Валентина. Следующий скин у нас что-то такое, типа, даже не знаю, что такое. Солдат from Sentinel. Короче, воздушные войска. Специальные войска. Специальные воздушные войска какие-то. Не знаю точно, но очень брутально выглядит, да, как ни крути. Следующий, это опять женский скин. Что-то наподобие, на самом деле даже не знаю, что здесь написано. Фрик-шоу, униформа какая-то. Сингапур, карантин какой-то. Ну, кто знает английский, напишите в комментариях. Дальше переходим. Следующий у нас Propheed или Propheed Mantis. Дэвид Вилкис и Мэнтис униформ. Ну, у меня с английским... Я в школе вообще немецкий изучал. И то... знаете, как в школе изучали английский и немецкий. Ну, по крайней мере, у нас. Что-то зеленое. Зелено-желтое такое. И, как мы видим, какие-то у него, типа, оптические очки, что ли, специальные. Не знаю. Ладно, переходим дальше. Тоже непонятно что. Какой-то архангел. Униформа архангела. Тоже непонятная на самом деле. Красно-черно-белая такая она. И с каким-то шлемом тоже непонятным, похожим на глаза мухи. Так, следующее, более обычное. Это у нас, как мы видим, во-первых, зелененькое, да. То есть это, возможно, можно будет получить... Наверное, по прохождению или повышению уровня, либо, возможно, за ящик ежедневный, не знаю пока. Но, как мы видим, зеленая, такая зеленая,
ну да, зеленая униформа, типа зеленая военная униформа, можно сказать так, наверное. Тут уже написано джунгл униформ, то есть джунгли, униформа джунгли. Следующая женская опять, это Арктика, арктическая униформа. Тут какая-то униформа FTL-1, вообще непонятная, похоже больше на, конечно, какого-то инопланетянина. Кортсол Комбат, не знаю, что это такое. Ну, такая, возможно, будет униформа тоже. Вот это вообще брутально. Это что-то типа... Что тут написано-то? Так. Бани. Ну да, это этот как его. Бакс Бани типа. Ну, кролик. Униформа кролика. Ну, довольно интересный, да. Там, как мы с вами видим, пасхальный кролик, точно. Во-первых, он розовый, во-вторых, мы видим яйца на нем. Ну и уши, естественно. Так, это у нас М16, раскраски, точнее, камуфляжа, маска. Очень красивая, как ни крути, так как и пистолет, выглядит очень классно. Во-первых, она вся полностью в камуфляже. Конечно, такую получить было бы классно. Но неизвестно, сколько она будет стоить. Если она будет стоить, там, мам, не горю. Или опять же будут эти ящики, в которых шанс получения этого оружия катастрофически малы, а все остальное как бы будешь повторяться. Поэтому посмотрим. Дальше. Это у нас М4 в раскраске, точнее в камуфляже, вообще просто невероятным. Даже не знаю, как сказать. Что-то типа... Типа сталкера похож на самом деле. Камуфляж. То есть тут и проводки видны. И то есть она такая типа собранная. Ну, очень эпично выглядит на самом деле. Такую, конечно, получить было бы тоже классно. Переходим к следующему скриншоту. Это я даже не знаю, что это такое на самом деле. Пишите в комментариях, что это за оружие может быть. Не знаю, похоже это на М4 или нет. Ну, а М16 явно нет. Наверное, М4, ну, в каком-то таком космическом камуфляже. Так, это у нас ЛК-24. В камуфляже, я так понимаю, какое-то золото, что ли, или императорский какой-то. Ну, что-то такое связано, видимо, с китайской какой-то типа династией, как мне кажется. Если, как вам кажется, вы пишите в комментариях, естественно. Вот это тоже непонятно, что это за оружие на самом деле. По скриншоту непонятно, что это похоже. На М16? Нет. На, может быть, это АСМ-10? Возможно, АСМ-10 тоже в такой брутальной раскраске, камуфляже. Прошу прощения, да, в камуфляже. Тоже такое, конечно. Она, во-первых, она вся, короче, в камуфляже получается. И в таком, типа, металлическом, что ли. Это у нас вроде бы БК-57. В камуфляже маска. Выглядит тоже красиво, как ни крути. Особенно вот эта задняя часть, она такая голубенькая, потом дальше переходит. Похоже на радугу, да. Так, это у нас ЛК-24 в камуфляже викинги. Выглядит, конечно, классно. Особенно вот этот меч и топор, и щит посередине. Выглядит классно. Это тоже ЛК-24 в камуфляже система. Ну, классно выглядит. Ничего не скажешь. Посмотрим, насколько это будет все... Сколько это будет стоить и как вот вообще можно будет выбить. Если это будут какие-то ивентовые задания, либо события, за которые можно получить, конечно, будет классно. Тоже ЛК-24 в камуфляже сердечки. Но, как я понимаю, это выйдет именно ивентовый вариант будет, именно когда будет День Святого Валентина.
Так, это у нас снайперская винтовка DL-33, которая в камуфляже, не знаю какой это камуфляж, но что-то даже не знаю, как описать. Напишите в комментариях, как описать этот камуфляж. Это у нас как это оружие называется-то, которое сейчас продается, которое можно купить, получив, открыв ящик. Как же оно называется, сейчас скажу. Как сейчас, 10 секунд. А, вот. Это у нас будет, наверное... Где тут? А, вот, Локус. Это оружие Локус, которое мы сейчас видим с вами в зеленой такой окраске. Такая, типа, переливающая зеленая. А теперь у нас она появится и в таком, типа, в лавовом. Лавовый цвет. В лавовом камуфляже. Но, опять же, неизвестно, как его можно будет получить. Если вот только через ящики, то это, конечно, не актуально будет. Ну, понятно, у кого деньги есть, естественно, они будут покупать. Так, дальше идем. Это у нас опять DL-33. В такой типа желто-серебристое или желто-белое бирюзовая расцветка, камуфляж такой. Ну, довольно-таки необычный, да. Я бы не сказал, что прям супер, но необычный. Это у нас С-36 пулемет. Очень необычной раскраски. Ну, в камуфляже. Розовым. Чисто розовым. Вообще жесть. Выглядит, конечно, жестко. Но, даже не знаю. Ну, если оно будет... Можно будет получить его бесплатно. Или там оно будет стоить недорого. Купим и протестируем. Чисто розовое. Это у нас UL, по-моему, 736, да, пулемет. Если не прав, напишите в комментариях. Тоже маска. И маска ко всем, как я смотрю, оружием. Камуфляж очень красивый. Он, во-первых, полностью. То есть с начала дула до конца рукоятки он весь полностью покрашен именно в этот камуфляж. Выглядит, конечно, классно. Такой приобрести было бы, конечно, интересно, и потом с ним поиграть. Это у нас РПД, камуфляжа система. Тоже интересно выглядит. Черно-фиолетовый такой, классный. Было бы тоже интересно его получить. Это у нас пулемет ML, я не помню, как там G, по-моему, как-то так он называется, в камуфляже. Ну, камуфляже не написано, я сам просто догадываюсь, как они называются. Вы пишите тоже в комментариях, как вы предположили бы, как он как бы он назывался. Но я думаю, что-то типа с джинсами связано, потому что, как мы видим, есть там такие, типа как они называются там, швы есть, и на них как бы видно то, что это что-то типа такое, как бы что-то джинсовое. Ну, интересно, естественно, получить было бы тоже классно. Это же оружие, но в раскраске непонятно в какой, но тоже полностью она покрашена, то есть от дула до рукоятки оно все полностью раскрашено. Конечно, классно, да, классно. Такое голубенькое тоже было бы классно получить. Это у нас АКС-74У в камуфляже викинги. Тоже классно выглядит. Особенно вот эти рядом на дуле, как мы видим с вами, такие шипы. Потом идут рога. Потом она как будто бы меховая. То есть классно, конечно. Плюс еще щиты на... практически центральной части. Да, прям сразу сериал «Викинги» вспоминается. Это у нас чеком в рассветке или в камуфляже метеорит, звездный метеорит, что-то типа такого. Как мы видим, там есть он метеориты и небо, точнее космос. Так, это у нас снайперская винтовка. Как мы видим, вот Локус Космос был. Еще появится NA-45 Dragon Dance. То есть это у нас получается танцующий дракон.
ну, что можно сказать, конечно, классно, оно выглядит, да, но, правда, с этим, как его, свойства не очень, ну, то есть, XP 10%, да, ты получаешь, и там, опять же, то есть, показывается, точнее, не показывается убийство. То есть, когда ты убил, типа, будет не показывать, чтобы тебя не увидели. Ну, такая. Это у нас ПДВ, пистолет-пулемет в раскраске тоже. Ну, блин, я все время говорю. Короче, я буду говорить в раскраске, народ. Извините, конечно. Тоже, как мы видим, швы. То есть, такая, типа, джинсовая какая-то штука. Написано тут еще чемпион, что-то типа такого. Интересно. Это у нас маска, вообще классно. Вот это вот мне больше всего пока нравится. Всех пока, какие видел, вот это мне больше всего нравится. Она, во-первых, для всех оружий, опять повторяюсь, она полностью покрашена. Это, конечно, классно, выглядит круто. Так, это у нас... Даже не знаю, что это такое на самом деле. Но, по-моему, это вот этот, который HG, или как 40, который пистолет-пулемет тоже. Такой, типа... Даже не знаю, как сказать, наверное, типа трансформер, что ли, раскраска такая. Так, это у нас тоже, это же оружие, но в другой же окраске, немного непонятной, тоже в такой космической. То же самое оружие, на День Валентина, видимо, будет происходить этот ивент, и можно будет получить, потому что, как мы видим с вами, сердечки всякие. И белоснежный фон. Это у нас пистолет. Не помню, как он называется, но GBL, который 58, что ли, вроде бы так. В окраске, я так понимаю, это будет переливаться, видимо, лава. Так, это новое оружие, которое появится. КН-44 Rainbow. Тоже, видимо, естественно, наверное, можно... Точнее, его можно будет получить только из ящика и только если купить. Как мы видим, тоже при убийстве будут какие-то эффекты. Но эффекты, естественно, видим уже ближе к появлению третьего сезона. Потому что там уже будут по-любому блогеры, которые потратят немыслимое количество денег, но получат эту пушку. Естественно, можно будет посмотреть. Про внешний вид, что можно сказать... Интересно выглядит, да, как ни крути. Такая, типа, ну, как радуга, да, опять же. Больше чем-то похоже на КС-74У, только, типа, модифицированная какая-то. Так, это у нас снова скин, который появится, возможно, в третьем сезоне, возможно, и в будущих сезонах. Спектр Ультра 9. Специальный Спектр Ультра 9 униформа. Ну, такая, типа, а-ля, не знаю, может, кто из моих подписчиков смотрел этот фильм «Гайвер», вот чем-то похоже на него. Кто не смотрел, это очень старый фильм, но про робота классного, мне нравился фильм этот. Какой-то вот появится Николай Белинский, тоже непонятно, кто это, но, видимо, его можно получить по пропуску, как я думаю. Вот это вот тоже довольно-таки интересно, чем-то похоже... Называется Мерк 5, желтая змея. Чем-то похоже на змею, не знаю, но униформа похожа на этих, как его, ассасинов чем-то. Так, это у нас уже зомби. В зомби-режиме появится какое-то новое оружие какое-то. Манки, то есть обезьянья-бомба. Непонятно, чего она будет делать, но, видимо, понятное дело, она будет взрываться. То есть у нее урон 80, радиус 60. Как мы видим с вами, вон там еще по скриншоту, мы видим, появится новое оружие. КРМ-262. Потому что вот это HG-40 мы видели уже, и CR-1 лава тоже уже была, а вот это КРМ-262 еще не было. Так, переходим дальше. Это у нас, да, еще одно оружие, которое, возможно, появится. HBRA-3. Тоже танцующий дракон. Тоже непонятно. Ну, на самом деле, не знаю, что за оружие. Рассветка интересная, да.
чем-то похоже на ЛК-24, тоже, опять же, какое-то оно более модифицированное. Так, это у нас магазин. Магазин этот уже у нас с бета-версией, как я повторял, практически все скриншоты с бета-версии. Вот именно вот эти, они с бета. Предыдущие, они были взяты со всего интернета, поэтому неизвестно, когда они появятся. Это вот с бета-версии. Что мы здесь видим? В магазине, да, можно будет купить вот РПД, типа радуга такая, да, очень красивая. М4 вообще очень красиво. Тут вот у нас есть, видите, появилась rename card, то есть карточка, за которую можно поменять, изменить имя. 1000 стоит всего лишь денег, которые игровые. Также мы смотрим с вами вот M4 LMG, Black Gold стоило 20, минус 10%, 18 тысяч. Так что можно пока подкопить, и когда будет вариант, возможно, можно будет купить. Так, переходим к следующему скриншоту. Здесь тоже продолжение, по сути. То есть, ну я, наверное, из всего из этого смогу, наверное, купить либо РПД, либо ПДВ-57, вот этот, потому что не так дорого, по сути. Минус 50%, 40% можно отдать, ладно. Хотя АК-117 выглядит, конечно, тоже классно. Так, дальше все остальное мы вроде бы видели. Только вот этот Marina Blue, нижний М16, АК-74, я такого еще не видел. Такое, возможно, если будет недорого, можно будет купить. Так, это у нас скриншот, как показывает, какие будут новые режимы, возможно, которые появятся. Как мы видим с вами, вон перестрелка первая, в которой мы уже играли с вами. Потом дальше вот это я пока не знаю, что это такое. Ну, естественно, дальше тоже мы не знаем, и следующее тоже не знаем, потому что, ну, если так визуально смотреть, видимо, что-то про снайперов, ну, то есть в цель попадает, потом что-то, видимо, взрывать надо будет, и вот это вот, даже не знаю, что такое, пишите в комментариях, все, наверное, все на китайском или на японском, и поэтому непонятно. Так, что еще? Дубинка появится, как ни странно, да? Как можно, как вот это из той серии, что и лопата. Лопата-дубинка. То есть, ну, баскетбольная бита. Не знаю, насколько. Ну, смотри, какой у него урон, да, 70, нифига себе. Тоже, если появится, естественно, протестируем. Переходим к следующему скриншоту. Это у нас меню. Как мы видим с вами, оно изменено немного. То есть, это скриншот из бета-версии. Как мы видим, вот этот, где вот именно взято в кружок, ранг тебе показывается здесь. Я только не могу понять, где зомби-режим. То есть это пока я, этот скриншот пока не понял. Но когда будет третий сезон, естественно, все поймем. А вы пишите в комментариях, как вы это понимаете. Вот, ну, сезон второй, понятно, у вас будет тут показывается ранг ваш. Но куда ушло зомби-режим, куда ушел, непонятно. Ладно. Следующее, это у нас ЛК-24 в камуфляже Сакура. Выглядит классно, конечно, да. Особенно вот эти вот цветочки. Такая, типа, она именно... Ну, она полностью показывает Сакуру. То есть тут и волны есть, и солнце есть, и небо, и цветочки. Красивая раскраска, да. Переходим к следующему скриншоту. Здесь у нас, да, вот ПДВ-57 Color Burst. Ну, за 40 я бы взял, да, на самом деле. За 40, думаю, возьму. Ну, такая, да, необычная. Ну, опять же, когда все новое, естественно, все необычно, все хотелось бы попробовать. Вот РПД вообще мне в этой окраске очень нравится. Просто, блин, она вообще такая красивая. Я бы ей играл и играл. Но 400 отдавать, блин. Не знаю, посмотрим. Доживем, увидим. М4 тоже классно выглядит. Вообще вот эта вся рассветка, вся линейка этой рассветки очень классно выглядит. Камуфляж достойный. Да, на этом скриншоте мы видим с вами, что на теперь можно, где будут гранаты, можно будет выбрать еще и топор. Радиус 35, зато убийство сотня. То есть, если вы попали, то сразу убили. Это, конечно, круто. Так, это у нас АК-117 в этой же рассветке. Блин, классная рассветка. На самом деле, прям
очень хочется ей поиграть. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Ну, блин, 1600 минус 500, ой, даже минус 50%, 800, 800 это 1000 рублей. 1000 рублей отдать, по сути, за это оружие. Ну, не знаю, блин, не знаю, посмотрим. Опять же, поживем, увидим. Так, это новый класс в королевской битве, который... Естественно, пока не открыт. Опять же, это скриншот с бета-версии. Естественно, возможно, он появится в третьем сезоне. Возможно, он появится не в третьем сезоне. Но, как мы с вами видим, это что-то электрическая какая-то хрень. Как мне подсказали, это что-то типа... Короче, стреляешь противника типа сетью, видимо. Я точно не знаю, но предполагаю. Сетью выстреливаешь, она его окутывает. И типа на какое-то время задерживает и током бьет. Как мне так кажется. Ну, как мы видим по скриншоту, вроде такое. А вы же, кто знает английский, да, хорошо, вы напишите просто в комментариях. В следующем ролике уже про новые сливы, про новые скриншоты, я добавлю ваши комментарии, именно видеоролик, чтобы все видели. Так, что дальше у нас? Это у нас опять ЛК-24 вроде бы. В окраске или в камуфляже что-то типа с драконом связано. Как мы видим, на рукоятке здесь мышь. Как раз год мыши идет. Возможно, это просто камуфляж года мыши. Так она, наверное, будет называться. А может и нет. Но выглядит довольно-таки интересно. Она типа золотая. Золотая-красная такая. Так, это у нас новый навык оператора. Что-то, на самом деле, не знаю, что это, но HIVE, что-то, Хайви, или Хиви, какая-то мина типа, да, что-то типа связано, как я понимаю, да, ну, во-первых, внешний вид офигенский, конечно, очень необычный, типа что-то, а-ля космическое, типа из фильма «Чужое». «Чужой», что-то типа такого. Наверное, как мне в комментариях тут, не в комментариях, а подсказал Александр, который предоставил эти скриншоты, это, сейчас я вам прочитаю более подробно. Так, здесь это. Так, 2 секунды. Так. Что-то не знаю. Пока искал, не могу найти. Короче, много тут информации очень. Будем пока сами догадываться. Как я думаю, что это что-то выстреливает и тоже типа как ловушка захватывает, может быть, электричеством бьет. Так, переходим к следующему. Ну, так она вблизи выглядит. Давайте-ка, да, кто вот знает хорошо английский, напишите, пожалуйста, в комментариях, про что здесь. Потому что я потом просто по вашим комментариям сделаю доп. Обзор. Точнее, ну, им как раз, чтобы все понимали, все знали, что и как это, почему. Потому что я на самом деле не очень понимаю, но выглядит это, конечно, очень брутально. Так, насчет вот этого. Это новый костюм. Новый костюм вызывается с помощью гранаты Fire. Прилетает капсула, и ты влазишь вовнутрь этого костюма, типа Джиггернаут. Ну, на самом деле классно, конечно. То есть ты вызываешь, потом туда садишься и используешь его. Так, это у нас опять вот этот вот класс, который новый появится. Electric Tripwire. Территориальный эффект. Skill Speed. Не знаю, народ. Я с английским на вы, поэтому пишите комментарии, чтобы понимать, о чем тут вообще говорится. Так, да, вот появится еще мотоцикл. Мотоцикл будет рассчитан на 2 человека. Выглядит как спортивный байк, конечно. Так, это у нас показываются союзники в режиме 20 на 20. При убийстве
который вот как раз появится, и он будет именно в королевской битве. То есть 20 ваших игроков и 20 противников. Когда вы убиваете противника, из него вылезает что-то. Типа как из зомби-режима, когда играешь. Вот что-то типа такого будет. Опять же, кто знает английский, пишите в комментариях. Все, на этом у нас скриншоты заканчиваются. Когда появятся новые, естественно, сделаем, запишем новый ролик. А все, кто посмотрел этот ролик и знает английский, пишите в комментариях. И мы обязательно, я точнее, обязательно сделаю по вашим комментариям еще один ролик. Именно по этим скриншотам, о том, о чем я не смог рассказать вам, потому что не знаю английский язык. Фуф, все. А вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик, чтобы знать, когда выходит новый ролик. До новых встреч. Пока-пока.